Привет! Я свекла Арт, и сегодня нарисую вот такой пейзаж. Я его сфотографировала на наших сибирских просторах и решила запечатлеть. Для этого я подготовила лист целлюлозной бумаги и краски от несколько палитры. Также мне понадобится палитра, кисточки и чистая вода. Лист бумаги я прикрепила для удобства к планшету из оргстекла малярным скотчем. Для работы над первым слоем я смачиваю полностью весь лист чистой водичкой и начинаю работать по-сырому. Когда первый влажный слой по-сырому у меня просохнет, я просто уточню некоторые детали.